Мы так его завалим. Тут типа вообще забей. Я говорю, мы вчера убили, он упал вчера в хеме за минуту, ебать, на тачке. Не добивайте этого длинного, подождите, дайте выехать отсюда, чтобы мы не сдохли, лишнее время не терять. Давай не закидывай, просто развалим его еще. Не, закинуть все-таки разочек нужно, блядь, на всякий случай. Закидывать по-любому нужно. Типа, ну это похуй. Ну, да понимаешь, все. Просто закинуть надо удачно. Вот ты набрал 10 стаков, обновил колчедан до 50 и тогда закинул. Тогда он не проиграл. Так, смотри, стаки. Паша, ты тогда, когда я говорю закинули, подъезжаешь ко мне, садишься на место Егора и начинаешь тягать колчедан, чтобы стаки не проебали. Лок, который Юра. То же самое, подъезжаешь к машине Ладомира и там, где сидит путь дракона, когда мы их закидываем на машину, спрыгиваешь с мотоцикла, садишься к Ладомиру и тягаешь колчедан, чтобы стаки не проебывать. И мы его закидаем. Закинули. Я отвечаю, закинули. Бафните там путь дракона, бафните Егора, потому что они будут летать, чтобы они там, у них хп хотя бы было. Моб сагрился, убейте. Слушайте, Кирилл, я, короче, такой баг видел, я охуел. Короче, знаешь, коридор к Ториму, там есть мобы со светящимися молниями, топорами. Ну? Знаешь баг? Ну, в МК его взять? Да. Это баг? Он ебанутым там становится, этот моб. Это пиздец, он стакает за один стак 40%. Хуйню ставь. Ты имеешь в виду взять его в МК и до Торима держать его? Да. Ну, тогда у нас Хао в соло, этот, Миша в соло не прохилит. Тогда придется тебе стак этот спекаться в Эршаму, и чтоб Хао весь бой его держал. Там стакается хуйня, короче, блядь. Она увеличивает урон от магии. Не от магии, а от сил природы. Прикинь, ну, от сил, ну, от магии. Там то есть сова будет ебать нахуй, и все. Дело в том, что это под баг, под бан дело. У меня есть запись видео, но я ее не открываю доступ. Там до Везакса довели эту хуйню. И. А мы его и так в хейме закидаем. Нахуй нам это вздрочь. Не, ну это в 25-ке просто было. Там гильдия не могла убить. Я понял. Так, ладно, что у нас все заехали тут? Нет? Я не вижу кого-то тут. Кого нету? Все, Паша, все. Паша, подожди, что все стили? Где Никита? Вон там, в впереди стоит танк еще. Ага, там мотоциклы готовы. Все готовы. Чек даю. Не увидел что-то, но пропало. Так, все готовы. Осадные пуляем. Стакаем 10 стаков. Как скажу, закидываем, закидываем. Поехал, поехал, поехал. По-моему, вообще инст забил, даже он не нанес. Сейчас он таргет поменяет. Миша, настакаешь 10 и будем закидываться. Бля, я мискликнул. Сбей, сбей, сбей. Разбей. Лок, слезь с мотоцикла, кинь на него проклятие стихии. О, вот эта цифра мне нравится. Так, на мне. Скорость. Уезжаем. Подхватываю колчедан, бросай мотоцикл. Бери его.
А мне кажется, что он с ракет не стреляет? Не стреляет, он поломали ульду, блядь, я вам говорю, хуйня. Мы сейчас весь инс нахуй закроем в хай-моде, блядь, с закрытыми глазами. Подхвату. Давай, Миша, стреляй там, блядь, стакай. Колчедан, подбивай, Егор, сверху тут есть. И дыхание дамажит. Ну, давай. Блядь, да убивай. У меня фулл хп, 97%, блядь. Стакайте просто 10 стаков, он сейчас сгорит. Покайте эти вот 30 секунд. Блядь, масло заехал, ебан. Сбежь. Она не дамажит, блядь. Все, он сейчас сгорит, нахуй. Интересно. Ну а что там упал, Тренька? Ну мне дог говорит, что, блядь. Оля, пояс, ла. И дог сказал, что, блядь, нихуя не работает без даульди. Ой, Тренька, ты шо? Без пояс на ханта, ну как здесь хороший. План танковский пояс, рыцарь, это хорошо. А у кого кузнечка есть? У меня нет. У меня. И сразу. Так, это ЗАП, это БОЕ. Буду просить потом сделать. Кольчужные плечи, крит, арп. Никита, ну, надо? Конечно. Вот, ты в танке будешь? Визевульф. Угу. Войт в танке, да. Визевульф, держи. Ролим триню. Да я тут все соло затанчу, блядь. Три, понял. Егор, ты будешь ролить? Ну извините, пацаны. Аркадий, нихуя личного, все как обычно. Пижу все. Наконец-то я поменяю синюю триню. Ууу, сука! Ты замерки с ним не брать, не перекап? Будет чуть-чуть перекап, но я тогда уберу нахуй три таланта и вкину их, блядь, в бешенство. Нахуя оно мне, блядь, надо? У меня будет меткости, типа, вот сейчас ровно 8. И если я, блядь, убираю три таланта, выступление вкиду, вообще класс. Давайте только, ну, по-быстрому. Да, рыбу едим, давай, пристабав, крути, лапу не вижу, кулак, всю хуйню, быстро. Надо так, чтобы мы сейчас, блядь, до хранителей зашли, он дошли до 12, ой, до 2 часов. Кулак есть, пристабав есть, каска, вся хуйня. Чек даю. Владимир, все были готовы. Я завожу баян. Да, мы утюгатель в хейме в 25-ке тоже будем убивать. Блин, типа настало наше время, да? Ебашим обов этих все, и длинных, и недлинных. У них мало хп, мы их убиваем, они не успевают крутить. Так, крик на хп дал, все, у нас есть все по бафам, все классно. Бать, если сейчас еще залутаю четвертый кусок себе Т8, ебать секс нахуй будет. Сука, тоже Т8 хочу, вообще нет на ДК, сука. Ни одного куска, ну в идеале башка, блядь. Но будут плечи, это уже не обижу. Ля, кэф с виду прикольная триня, этот, зеленым так. Экстракт колчедана, ёба народ. Сади, резко, давай, поехали, работай. Я четверг на сутках. Плохо. Это вообще хуево. Я думал, мы сейчас и пожарного сделаем.
У нас ДПС, а дохуя. ХП у нее обрезали, посмотри, мы ее, блядь, без геры, без нихуя 63% оставили, ебать. Сейчас два пака трэша, садишь ее опять, переводим, блядь, и все, ей пизда. Только геру дашь, Паша, когда она двигаться начнет. Это для ДПС нормально, я вам только вот Паша. Потому что стаки оставил. Будут, блядь, да. Чтоб мы за геру как раз убили ее, чтобы на нем там 3 стака было. Да вы и без геры убьете нормально. Да не, стаки она тебе успеет да, накидать. Да, залупать и стаки, у меня прожимок столько, что я, блядь... Да это и вопрос не в том, что прожимки, ты там бегать потом, блядь, не можешь. Будешь стоять просто на месте в луже, блядь, и сдохнешь. Да так тоже с типами ходил на циркуле, они там фраерились. Да шо, блядь, я говорю, да, пацаны, блядь. Хватил за бороду, да, думали бога поймали за бороду, оказалось, что их отъебали в срак. Сади. Юра, на будущее лог портал ставит между катапульт этих, понял? Порталом туда летишь и просто садишь. Гера, на полу славу дали, Вайда. Слава, исту по этому, по Никите заряжай или по морали. Все, сразу побежали туда трэш чистить. Покаяние в правого Егор скидываешь. Левого хуярим. Я сейчас быстро с лутом разберу. Два кольцо и сапоги. Кольцо. Кому надо? Скорость пробивания гильная. Никита, надо? Никите отдаю. Сапоги агильные. Критхас. Надо, нет кому-то? Пук дракона там может нас этого на кота, на медведя. У кого есть энчант? У шамана. Держи под этот. Сейчас дебаф слетает, в правого покаяние, левого ебем на все бабки. Поехали. Юра, на будущее локом, если будешь играть, надо обзавестись на всякий случай спеком демона. Тем, что демоном, что дестриком, что афликом, похуй, там ебалом на клавиатуре лежишь, он все равно дамажит. Позбивайте косты станом, притяжки, там всей херню. Сейчас я отскочу быстро, 30 секунд.
Которому дать станок этот. Бан, дай ему лук. Дох мне сказал, что стоп-каст, когда, блядь, он не дамажит нихуя. Они что-то там так ульду сделали, интересно, блядь. Понятно. Получается, да. Не сломали, а понятно. У меня сослуживца дочка сегодня родилась, пишем. Поздравим, поздравляем, поздравляем все, блядь. Мне он в личку пишет. Повезло тебе, что у тебя сын. Так у меня еще и вар 220. 221. Напуль на него, Никит. Станьте ближе все, чтобы они в вас не бегали. А если и побежали, то бежали недалеко. Просто АОЕ сыпьте. Сейчас проверяй, меч упадет, ебать. Я имею в виду с робота. Надо. Мне меч не очень, вот металлка не упала, мне нужен огнестрел, блядь. Я вообще не понимаю, кто там... Вчера ли кто там тоже с десятка было и тоже типа возникали типа. Тоже упал меч, да, я забрал зумр. Типа и чё, типа на танка, типа на плохое, имею в виду два сока полёт. Заебись на танка, стамины много будет. Ну она стамины дает много, там два соки. А чем плохая пуха? Все были готовы пулять. Танку дыхать? Подожди, стой. В одного будешь танчить? Да. Ну давай. Ну, да, она может быть и нормальная, но типа у тебя есть спек. Танка роли, типа статы, которые у тебя в танке нужны, тебе кого не нужны. Ты по факту забираешь пуху, ебать, ну, полубили тут. ГДшников. И вообще похуй, что там стокеты там, какие там статы, ебать. Ну лично я думаю так, в первую очередь ее надо варом отдавать. Конечно, варом и варом. Вары, анхолики, это всем, блядь, кто носит. Стоп-каст. Да не, ладно, бьём, это всё равно. Это не бах, это просто типа читы висят на всякое, за что. Понял. Все нормально, пацаны, хилим. Мы просто в огоньке стоим, хилим. Так, а не подходите туда, милики, он сейчас заведет его, рэпайте его. Все, бьем, милики. Стоп-каст. Давай, что? У, сука! Нормально ульда, пацаны, мне нравится. Быстро оденемся. Сюда можно в 200-м сейчас шмоте прийти, блядь, нормально будет. Мог ты можешь свою лапу не кидать на повышение урона от мать. Чё нахуй? А чё ты сдох? Да, хз. Поднимай его этот. 3000 прилетел. Там моб, может, я ёбнул. Залезь сразу в него, иннер, как откатит. Ну, так он умер возле бассейна. А, так я моб лопнул, ты что, дракон, блядь? Так он меня скинул с ковша, блядь. Он меня только скинул, я сразу смерть. Исту в Никиту кидай, пусть дамажит, или в Андрюлик. Все, не подходите, давите моб. Моба лопайте. Сову кидай. Лопните моба быстрее, сова. Все, добивайте это говно. Все, больше заводить не буду, думаю, добивайте. Да, мобов не води больше, пиздим просто. Блять, триню бы эту на арпу выбить, нахуй. Был бы нахуй праздник. Торим хэм? А мы там тоже в одного танка ебанем. Меня в кофе взяло, похильте.
Да вся ульда в одного танка здесь, кроме Алгалона. А что на Алгалоне нахуя второй танк? А там он пропадает в другую реальность, 5 стаков настакает. А, ты имеешь в виду, когда заходи? Да. Ну, в портал. Я не знаю, я просто, блядь, в актуальном здесь не помню, как, ну, этот... На циркуле мы в одного ебали. Это где, на X5? Да. Может, не работал фазовый удар? Не, все работало. О, чувак, левая рука, надо кому-то, нет? О, я заберу. Ну тут только ты ее носить, или Юра может. Роль ты тогда, я не знаю. Лок надо, нет? Там вообще 87 без шансов. Похоронил. 13 вообще-то. Это надо кому-то древково? Никит. Может, на трансмут кто-то хочет себе. Нет, тогда Паша. Даю Паша, а потом распылишь. В ГБ закинешь кристалл. Кинешь мне на трансмут. Да я уже Паше отдал. Так, что мы маем? Поясок. Ну, кстати, поясок этот, ладно, сексуальный, блядь, на танка. Конечно. У нас там 4 сферы есть. Вот одну мы выбили, это 5. Ну, если что, блядь, надо будет купим. Господи, проблема. Поехали, техника в первыми заливай, меточку на них ставлю. По черепу сразу резко, нахуй. И второго техника. Череп на него ставлю. Ебать, под двумя куполами рассекающий, 141 ударил. Привет, вы уже на РТ убежали, да? Угу. А шо? Да не, я опоздал по работе, блин. Я так понимаю, стопать мы не будем, да? Чего? Так, пейте манку, кушайте там. Андрюлик, этот, в Андрюху или в Ханта зальешь тогда исту, когда сердце упадет. Давайте этот, рыбу поставь. Типа... Давай лок. Лок. Нет, лок может этот... Да я не знаю, да все будем искры тогда бить, ебать, чтобы быстрее было, блядь. Просто клацаю нахуй все и по боссу играем. Все были готовы, пуляй. Да, твоя вторая сакра. Не хп порезали в крысу еще. У него больше было хп. Где-то под 6 было, сейчас вообще 4. Миша вынес. У него 7.5 было, а в хэмоде было 10. 9. Так, приготовились, бурсте, давай. Гера? Гера.
Все, под герой босса бьем. Порезали еще хп. У него 7,5. Да, 7,5 будет. Андрей. Вижу, вижу. Все по искре. Через 2 секунды. Поехали. Егор. Егора, держите там щитом. Паша, ближе. Паша, ближе. Еще, еще, еще. Поехали поискать. Выноси, выноси, выноси. О, они круги починили. Пашу не проебите там, защиту его. Миша. И в искру. Егор. Кстати, они починили, чередуются, ты видишь? Да, 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 так и хотел сказать. Миша. Вот так и должно быть. Поехали искру. Короче, у них как всегда, что-то лечит, что-то калечит, но. Никита. Искра через 2 секунды. Поехали. Паша, ближе подходи. Лок, посередине портал ставь в следующий раз, чтобы возвращался. Понял? И в искру сейчас, через секунду. Доигрываем искру, это последняя, скорее всего. Добиваем. Вынеси, 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 потом вернешься в портал. Ой, блядь, пушка охуенная, газ. Кольцо, кольцо, ладно, поехали. Так, перчатка, хаст, пробивание, сила атаки, кольчужная, 219. Никита, надо? Перчатка надо, нет? Все, перчатку на дис пошла, перчатка. Пуха. Пуха, понятно. Да, ну понятно, блядь, батя срулил нам. Да, нет, давай их на тупочку. Да, конечно, отдам. Кольцо меткость пробивания надо кому-то? Возьму, наверное, себе, блядь. Так, и кольцо. Мастерство парирования на танк. Вам надо такие или уже есть? У меня есть. Понял.
Может, прям сейчас сразу пойдешь, типа, ну, зачаришь пуху и плечи, ну, все-таки нихуево ап такой. А мы тебя сумаем. Патроны купишь что-то. Они там по 40 голды стоят. Пуха крутая, кстати. Я бы все тоже такую взял. Но пока, блядь, ханту приоритет не пускай одевается. Да, ну, ну, сейчас так неплохо на КСД. Даже пишешь больше, чем я буду. Надо отойти срочно на минуту, блядь. Ты знаешь тачку на пожарную? Да что там, конечно. Ладно, все. Я все знаю. Ну мы типа не ходили, потому что у нас типа тачку не знаю. Надо Че? Запустить, посмотреть, как работает. А разве в сове, ну типа, сайте-то не в крите въебывают? С хостой бегать. Ну, крит надо. Ничего, говоришь, что нет. Так, я тут. Один Никита делся. А? Он раскидывает с этого... А, делает кем-то. Да. Так они на аукционе есть, хули там делают. Лужа, выйдите там. Для... А, это не лужа. Моб сагрился на кого-то. Лок, пет. Сводите мобов, кливайте через ремонтника быстро. Сведите все, подойдите в ноги. Играйте через ремонтника. Теперь по-здоровому играй. Тут больше в ульде, кроме как вот этой металки в десятке и этого огнестрела, нихуя толкового нету, да? Ты страшишь падать тоже силовой. Не, у меня лук 19 есть. Я имею в виду, чтобы что-нибудь именно было реально нормальное. Соки там, нету никакой.
служи, Миша. В миле лужа. Вчера кольцо упало с него. Мига забрала. А, агильная? Агильная, да? Да. Да, хорошее кольцо. Так, а ну я сейчас поставлю активацию голосом, потому что это, блядь, хуйня полная. Два раза альтабнулся уже, блядь. Так, кушайте рыбу. Ждем Никиту. Можете покурить там 2-3 минуты пока. Блять, а никак не сходить вам в четверг не ульду 25-ку, а что-то другое? Я выходной как раз четверг, поэтому, скорее всего, мы пойдем. Ох, печально. А ты на смене, да? Ну, сутки, пиздец. Ну, мне это последняя неделя такая комфортная. Я потом... среду-четверг на работе, то есть я меня в четверг не будет. Потом я, соответственно, четверг-пятницу на работе, понял? То есть у меня потом две недели будет такое, что я не буду водить Редди. Или Срез будет водить, или Валера. Миша, туда трэш не надо чистить. Туда просто можно в бабле на сапогах подбежать, он тебе пройдется, сдохнешь и подбежишь сюда. Сашка. А тут даже забирать не надо, ну типа них очень мало. Вообще забей. Что, в одного танка будем делать? Ну да. Конечно, чё. Ну чё, в одного, типа, вот ещё. Как? Что ты говоришь? Как, говорю? Я не слышал. Шкаф! А! Поставь шкаф, лоб. Надо курить пошел. Лоб какой-то новый, да? Угу. Это вроде дамажит. Ну такое. Да лоб. Он голый. Ну так, нормально. У нас такие локи, блядь, давали десятку, да? Ну, печень десятку. Он наталивается, блядь. Да не, почему? Бля, Эми нормально ебашила, безредная. У них тоже блокир маленький. Не, ну он нормально одет. Ща одень. Сейчас Никита будет гипис показывать. Ля какой, прилетел его красивый. Ну да, плечи сок. Блядь, Никита. Плечи забрал, пуху забрал, кольцо. Вообще уже отлично, блядь. 4 босса убили, 3 шмотки залутал. Кулак обновите. Давайте обновляйте бафы, кулака вообще нету. Сейчас я и кассет забью, я в принципе готов, блядь. Так, ну что, чекаю. Никита, тогда через трапу на пуль.
Вайда. Убивай маленького, среднего, большого, все как по классике. Делаем хардмод. Меточку поставил для тех, кто не понимает, кто из них маленький, кто большой. Если может, у кого-то болезнь какую-то. Знаешь, как собаки не чувствуют, а большая, она или маленькая. И то же самое, они не понимают. А то, если на них кот, блядь, кидается, они съебываются, поэтому, блядь. Все были готовы, слава, пуляй. Первый каз сбил. Выводи РДД, заходите в синюю хуйню домашнюю. Мы так побьем, потому что не получится ему у него не получится держать так. Каз сбил, следующий сбивай ты слова. Забери, забери маленького. Угу. Каст, каст, хорошо. Все, добили маленького, поехали по среднему. В среднем меточку поставил. Паша, спиздишь с него щит. Или ты хау? Набирайте уже рейнджер, ДД, хилы. Наберите рейнджу между собой. Метр 8-10. Широк останьтесь. Щит. Пизди щит. Заходите в синий круг. Слава, отводи. Вышли из зеленой хуйни. Прохиливаемся, прохиливаемся, РДД стали в синий круг, дамажьте. Все РДД в синий, дамажим. Давайте, давайте, надо добить уже этого, блядь. Добиваем, добиваем, добиваем. 400к. Упал. Геру дали. Припоты выпили, дамажим на все бабки. Забирай. Все. Исту в Никиту дай, пусть дамажит на все бабки. Давай, Никита, я стакаю этот, блядь. Сандра, дамаж. Прожми, Слава. Хорошо. Все, 5 стаков Сандера, блядь, ебаш нахуй на все бабки. Ого. Который смертвый. Сори. Красиво. Не подходи, не подходи. Не подходи, не подходи, отойди, отойди. Так, тоже. Мне голова, Никита, тебе такая нужна? Мне кажется, нужна, учитывая, что у тебя ПВПшная, блядь. Ботинки. Держи. Хочу диск. Держи, есть. Так, сапоги, крит, меткость. Надо? Мораль или Никита? Этот, Андрюха, держи тебе, мне такие не надо. Поясец, дух. Тебе кинул. Аст. Блядь, я сейчас отдам. Не надо, Никита, на распыл тогда. Ой, Никита, заговорюсь, Паша. Кому диск нужен, рольте? Ну, можно, можно диск, пацаны, ключик делать. Ха-ха, без шанса, братан, прости. Уступи, пожалуйста, ключик хочу сделать. Так тоже хочу ключик. У тебя же плагин мейн. Почему ключик? Да на нем есть, блядь. Рейды, чтобы водить на ДК. Пойдемте, не теряйте время. Мораль, дай обмен. Именно сейчас будем делать ключ, какого уже все собрано. Да тем более там мы уже нажали диск, типа уже не сделаешь сейчас. Там, блядь, время нахуй ждать, блядь, 2 часа пока надо. Мобов тут уже убили, поднимаемся к Калагарду, играем как обычно. Бьем плиту, в руку взял, соточку надамажили, в руку отпустил, все, бьем дальше. Пулю это раз сильно спуливал. Блять. Смотри, стой, не беги, чем уж отпулиться, сейчас собаку бьет. Жить, жить. Отойдите все, отойдите, пусть они отпулятся. Давайте под стеночкой аккуратно.
Синусы. Так. Никиту забафали. Он умирал вроде, да? Нет, а, да. Эти рабочие. Чек даю. Все как обычно. РДД широко стоите, от взора убегаете. Пуляй, поехали. Бьем грудь. В руку возьмет, будем бить руку. Побежал, кто там на ком, на сова. А, не дамажу, да, рука? Я не пойму. Не волна не бьет. Руку выбиваем ханта. В руку дайте чуть-чуть. Да уж, пофиксили. Грудь. Да они не пофиксили, они поломали все нахуй. Грудь бьем, побежал, хао. Вообще плохо. Интересно, давно так? Короче, чтобы вы понимали, у ханта ДПС был 122 тысячи. Весь луч простоял, походу обиделся и взял у меня в руку. Руку разбиваем и поедем по груди. Поехали, грудь. Все в грудь. Можно раги, блядь, хоть чуть-чуть? Оно хоть когда-то добило, у меня хоть ярость нахуй была, блядь. Они не пофиксили, они нахуй поломали все, что можно и нельзя, блядь. Интересно, как это на пожарнике отразится. Да сейчас посмотрим, я думаю, мы сейчас сделаем. Разбейте руку, ага, поехали по груди, там 25%. Сейчас следующую руку возьмет, разобьем, и он сдохнет. РДД, да разбейте руку, он сейчас умрет. Или милики, похую. Руку разбивайте, все, он умрет. Правая рука 70 тысяч. Все, гуд. Идем дальше. Слава, мобов этих не пуляй, пока лут не раздам, потому что я потом не могу раздавать, когда комбат. Посох. Ханту. Так, посох надо? Посох и сапоги с критом с МП5. Быстрей, надо, нет, ролл кинули кому надо. Если нет, я Паша даю на распыл все. Все, я понял. Паша, держи. Все, пуляй этих двоих мобов. Не, подожди, не пуляй, то босс сагрится. Пускай она отойдет, мы сейчас заклеиваем мобов, и как она будет обратно идти, тогда уже ее завалим. Тяни 4 ляма хп, аж смешно. Мы сейчас ее за гиру нахуй развалим. 4 минуты гиры. Хорошо, мы как раз пока трэш добьем, она пока вернется, она откатится. Вот это, Слава, кстати, можно, Слава, если одного грипаешь, понял? А ну это, РДД, отходите отсюда, на максимальную рейнджу, быстрей. Мобы припиздены, мобов никто не фиксил, походу, блядь. Все, поворачивай их туда в стену. По черепу играем.
Все, стопнули по черепу, в другой череп играем. Играйте в череп, их надо одновременно убить. Хорошо, все, идем на позицию. Трапой на пулиш тогда в славу. Геру даем, разваливаем их нахуй и все. А кто знает, что у меня замедленное падение, блядь? Кого? Вот смотри, вроде нету бафа никакого, смотри. Я типа медленно падаю. Нормально падаешь. В смысле нормально, смотри. Небольшой за. Слава, ты что, под солью или что? В смысле, ты видишь? Я медленно падаю. Солевой какой-то доканус. Нормально ты падаешь. Повыше возьму сейчас. Прыгать умею. Так а ты быстро падаешь, а я смотри. Ауф! Хорошо, Слава, ты медленно падаешь, хорошо. Так, успокойся. Чтоб тебе было спокойнее, ты медленно падаешь, все, Слава. Может, это метафора, типа, я охуенный танк. Да. Становитесь в меня. Становитесь в меня, меточку ставлю, квадратик. Прям кучно стоим. Сейчас Никита на пуле через трапу в Славика. Убиваем быстро котов, кливаем просто жестко. И потом... Даем Еру, набиваем ему лицо. Тремор, Паша по КД. Хаос, соответственно, Маздиспл по КД. Это не спроста. Сейчас она как раз пока дойдет, и Гера сейчас откатится. Ну, может быть, там ее начнем бить там через 10 секунд даже Еру. Через 15. У нее модель как у тёлки из кары, конечно. Она такая точно. Так, Геру дали, пока там, поехали, кливаем их просто жестко и все. Сокру там подкинь, Егор или Мишаня, на всякий случай. Во избежание потерь. О, все, Гера пошла, ласочки припили, ебало набили. Я, кстати, блядь, час уже в инсте, хоть бы кто-то сказал, Кирилл, выпей фласку, нахуй, блядь, забыл нахуй за нее. Инст. Так. Просто, блядь. В 0-1, нахуй. Мне кажется, может даже кота не пиздить. Не. Фирю побежим, блядь, убьет кого-то. Я думал, мы сейчас одного кота убьем, блядь, максимум двоих, и все, блядь. А можем попробовать не бить? Может, ачиву сделаем? Чего? А чего там нас... стражники? Не, 9 жизней это 9 котов убить. А, то есть всех наоборот потушить? Да, да. Короче, бейте босса, просто кливайте ее, блядь, и все. Кота, я имею в виду. Ну, на мне висит, в принципе, не должен. Ничего. Он бегает, блядь. Кас бил. Бейте босса, блядь, просто. Кота, если там что, кливайте, и похуй. Никто вообще не бьет. Ну или, по крайней мере, не чувствуется вообще. Ну, отлично. Я его таунчу на себя. Сейчас надо в службу выходить. Ну, выходи из службы. Выходим. Все, добивайте. Вообще, блядь, не понял, нахуй, что произошло. Просто убили, нахуй, за 2 секунды. Вот, Тринка. Тринка и этот... Грудак. Локти надо? Тринка, кстати, кастерская. Да. Она у меня не прокает. Вот лично у меня не прокает вообще она. Так она можно на туда для милика, оказывается. Она на Энхе прокает у меня, а на Элиме нет. Какой там у него... Дай мне, я потащу ее. Че, ебашь? У меня кроллы типа заклинания. Может будет работать. Ну, на ретрике от экзорцизма прокать, я знаю. Поехали, не теряем время. У нас фастран, блядь. Ну, он так высоко прыгает. Ты одел триню? Да. Ну шо, прокает? Ты что-то не видел.
Там же сколько-то времени должно пройти. Не кажется ли у Паши поубыдрение? Не кажется ли это вы моба сделали правильно? Да, да, так и должно быть. Так, только так, по снегу не топчемся точно так же. С правой стороны аккуратно обходим. Цепляй всех этих мобов, Слава, заводи. На пуль на него. Встаньте так, чтобы вас не откинуло в сугроб. Проводи чуть-чуть, Слава, спиной веди. На ходу кливаем, бля, не теряем время. Пошли, 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 пошли. Хорошо. Паша. Поврежденка тут. Так за хуй что? На нее, блядь. Ну, одно сломали, другое починили, блядь. У тебя ПВП-3 не одето, что он тебе говорит? У меня? А, сори, я не увидел. Паша. Сори, сори, сори. Лок, забань этого лимит. Хотя не надо, кливайте его нахуй, блядь. Здорово, играйте, этого кливайте, блядь. Ну какой-то щит или чё, блядь. Починили мы бак ставили. Ну хорошо, что починили. Пора бы, блядь, как бы уже 2 месяца нахуй. Лика, сбейте ему. Выходите с этой лужи. Все, кливайте этого последнего, точнее, убивайте. Блять, наступил, все-таки откинул пидорас. Ты с той стороны наступил. Веди к боссу. Идемте с мобами так к боссу. Там возле босса уже, блять, и ходячих, и этот патруль убьем, и этих. Все, вот тут останавливаемся, кливаем вот это все дерьмо, блять, быстро заливаем. Слава, а что на фри? В соло, наверное, не получится, да? Да, все получится. Получится? Тогда вообще классно. Выводи, 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 быстрее, служи. Это наша первая смерть, по-моему, заезд. Все, сейчас добиваем. Рисайте людей сразу, ставьте рыбу. Рисайте Егора. Блять, щиток бы с этого пидораста залутать. Вот это было бы классно, нахуй. Короче, не видел ни одного прока с этой трени. Ну, значит, подари ее кому-нибудь. Дай ты стану еще раз. Сейчас верну. Сам ты стану, я за койлоски сколько бросал. Лужа, считай, тоже на заклинание. Может, отдал. А нет. Подари луку триню, хай, блядь, бегать с ней. Да там вот шаман просит. А? Подожди, опять не дал. Вот, ну, у тебя есть? Она просто в банке, поэтому не дает, да? Ну, конечно. Лок-то дяди сюда.